in la frisi nel tempo. Я тебе, я просто рванула, не знаю, каким образом. Ну да. Конечно, это дэнджер, ты пабишь он YouTube. Я понимаю, я буду стараться не делать это. Я понимаю, потом. Все, это одно такое жесткое дыхание, дальше я обычно не использую. Это лишнее. Не-не, только на мягком. Ну все, лишь опасно это буду гасить, чтобы более серьезно готовиться к этому. Мы заканчиваем сезон, естественно. Вот нельзя красиво балетно просто стоять до этого. Все равно более качественная разминка, естественно, да. Ну, это скажу, не сорвать. At night time, это freezing, really freezing. Water absolute freeze, maybe. Это интересно, подождите. I make a new example in my life. First time. Понятно как? I did it as well before at such temperature. Вот что интересно. I think this like this. Вот это like 8 degrees. Вот water, не знаю, как там вода числяется. Вот, а воздух, я еще на земле сказал, он 13 градусов, он не 17. За счет ветра или что, не знаю. То Амекса осомнился. Моржи обычно входят, они как-то плюхаются жестко, как они не умирают. Приплывать, но хоть быстро стирается, уходит, все в одежде. Но я делаю несколько других. Думаю, что я не все. Потупап, нужно пору, он павиш. Скинул. Он скинул по павишу. Ну и все, все там пропадет хоть с вами. Значит, будет two colors и очень короткое плавание. Yellow and white. 15 September at the moment. Я орен мосту сабок. Сабок, видите? Maybe first example of my life. So, alcohol water. Good. Это не надо притворяться какой-то взрыв тепла у них там, что вы врете, в твою мать. Вы не хотите просто простудить? А я являюсь моржом. Вот и я заканчиваю сезон, это три. Ну, я могу испытывать организм нового, определенных
пределах, потому что иначе у меня спамера вообще зажрется, будет слишком много амбиций. Обратите внимание, что мы еще не плывем, мы еще не плавали ни разу, это интересно. То есть я принес еще другую технику. Нахожусь в стадии ее изучения, понимаете? А не чемпионская бравада, это совсем другое. Ты больше, чем больше учиться учеников, the more you feel yourself as people. Понимаете, the more you reach. Вот что важно понять в любом виде экстремала, да. Даже как вы понимаете, что вам будет нечего жрать, типа того. Вы будете себе вот ставить установку другую, и все. Другую, на ослабленный, да, когда у меня сильный сердечный приступ, а сердечный приступ для меня это частые вещи, я именно лечу вот такие странные культуры, да. Я тогда установлю на очень слабого человека, обычно я побеждаю, спасибо сотрудник. Слабого, понимаете? А мужчины дают установку сильного человека, поэтому они погибают. Слава человеку, знаете, да, здесь вот такая ходьба для сердечников, медленный бег. Очень хорошо. Сейчас еще с набой, немножко сейчас. Если говорить о лице, то есть язык, вот фейс стандарт, он очень плохой становится из этих экстремальных процедур. Там нужна красивая мандатка, это не для этого. Лицо-то как раз очень сильно. Я как синий рот, так вечно плохая рожа. Видите, такое наглое сравнение. When you enter, you don't believe that you can do it, but you do it. Ну, ты когда шла куда, я заныл, находясь в пусте, понимаете, зимняя одежда. Но когда раздел, сейчас подъем. Третьего раза, просто пришла в себя, после всего этого вода, удивительно. Ты почувствовал Богу абсолютно нормально, тут нормально, а ты до этого, что ты камеру дала в бой чисто энергетически.
fire. This is right. Чувствуете, что вода вас обжжет? Да, она меня сильно сцепила, как она, господи. Это очень серьезные цыпки, конечно, по всему делу. Это не обязательно, это дополнительно, чтобы дольше быть. Душевное жаропотрясание, а руками растут. Look at it. Okay.